Всем привет, меня зовут Павел, мне 43. Хочу оставить отзыв о курсе Poker Pro от Poker Ability. Для тех, кто раздумывает, стоит ли проходить этот курс, сразу скажу, что точно стоит. Но для этого, конечно же, потребуется уделить много времени для прохождения этого курса, и относиться к нему надо с полной отдачей и серьезностью, потому что если допускать какие-то просчеты, недоделки, то это все скажется потом и будет тяжело. Потому что очень много информации, много знаний заложено в этот курс, а длится он всего месяц. Ну, на самом курсе помогут установить, во-первых, нужный софт и научат в нем работать. Такой софт, как Flopzilla, где разбираются раздачи, это просто бесценно. Когда научишься разбирать эти раздачи и понимать диапазоны, с которыми соперники там против тебя играют с разных позиций, то начинаешь прям думать уже диапазонами, и это прям большой прогресс. Также помогут выбрать Poker Room, более выгодный, то есть наибольшим доллар часом. Во-первых, объяснят, какой вид покера в данный момент лучше, с чего начинать, с кэша, а не с МТТ. Почему это? И это не значит, что именно играть в кэш, а не МТТ, а потому что с него, с кэша лучше всего начать. Узнать всю стратегию игры, набить банкролл, а потом можно переходить и в турнирный покер, и как угодно развиваться. Также дадут префлоп модель, то есть чарты открытия, да, со всех позиций, там чарты 3-бетов, изолейтов и так далее. И специальный тренажер для постфлопа, на котором можно отработать все эти чарты, эту префлоп модель. Он очень помогает для запоминания. Дадут готовые линии игры, то есть упрощающие правила, как играть против любителей или против регулярных игроков. Объяснят покерную математику, эквити, ее реализацию, шансы банка и причины для ставок. Научат открываться правильным размером, то есть бетсайзингом, а это очень важно. Научат определять оппонентов и как против них играть. Также еще дадут хат, где будет учитываться статистика на оппонентов. И объяснят, как анализировать связки этой статистики, ну и слабые места оппонентов. Ну и, конечно же, сам пошаговый алгоритм игры с префлопа до ривера. И план после этого курса, план развития после курса дадут, как работать над своей игрой и расти по лимитам дальше. Поэтому этот курс будет очень полезен для любого, кто хочет развиваться в покере. И никто не пожалеет, если пойдет на этот курс. Так что всем желаю удачи.